не согласен. Но я бы хотел уточнить, наверное, все-таки больше про шапсон. Сам обряд вызова дождя, он в мире довольно распространен в целом. У разных народов в той или иной форме. Встречаются там часто такие элементы, как купание в реке или спивание водой, в общем. У черкесов, как правило, в этом обряде всегда присутствует некий представитель рода, считающийся священным, поскольку кого-то из этого рода убили, беломолнии, то есть считается священными, святыми. Также, допустим, предметы, в которые ударяла молния дома, они считаются тоже священными, и часто сами обряды проводятся вокруг таких мест, допустим, дерево, да, попала когда-то молния. Как правило, у всех подруг черкесов встречается обряд, так называемый хэнцегуаши, кукла лопата, княгиня лопата, это переводит. Как правило, проводится молодежью эта часть обряда, и она очень в разных вариациях она распространена у всех. Суть ее, например, заключается в том, что это своего рода общение, обращение к образу громовержца, ну, как бы покорителю грома, к самому грому в чистом виде, либо покровительница речных вод психогуаши. Здесь сооружается обычно так называемая хэнцегуаши, это женщины обычно берут палку, крест, да, надевают на нее одежду и шляпу, там надевают, ленточками цветными повязывают, и вот такая кукла разрисовывается, да, лицо у нее. С этим сооружением, с имитацией, значит, еще один момент, у кабардинцев иногда еще надочажная цепь вешается на нее. Сама эта цепь надочажная, она является такой очень священным объектом, домашним, родовым, и даже передается из поколения в поколение, как правило, старший родовой ее должен держать, сохранять. Значит, и вот с этой процессией, да, ходит по поселению, по аулу, в сопровождении женщин, иногда босыми, напевают песни «Из послания дождя». И вот в шапсукском варианте, допустим, в такой песне он исполняется в требовательной форме. То есть обращение к высшим силам предполагает не, как бы, не просьба о помощи, а скорее требование, что вот мы уже подряд его проводим, давай в дождь, шибли, давай в дождь. И, ну, они обходят дворы, обливают эту куклу водой, значит, обливают эти песни. И каждая хозяйка старается отдарить продуктами в ящик. Зачастую многие присоединяются к этой процессии. И в более ранние времена шествие продвигалось, как правило, к реке, у которой люди приносили жертву, домашние жертвы. Как правило, белая телица была самый яркий образ, наверное. И там же устраивается купание. Ну, обычно купаются, затягивают всех там прохожих, обливают, иногда даже вот стариков затаскивают в воду. И далее, значит, это чучело хэнцегуаши проводят на площадь, вставляют в ямку некую, и считается, что вот, ну, там идут хороводы, иногда в этих версиях, значит, смысл проходит в том, что молодые, ну, там, девушки должны как бы заставлять парней танцевать, играть, то есть до изнеможения. Только тогда они уходят. И к вечеру там один человек снижается, который в полночь должен забрать это чучело, и считается, что тогда пойдет. В современное время шапсуки, как бы этот обряд, ну, я его наблюдал не сам лично, конечно, в 2013 году он проходил в Большом Кичмае, в Ладоевском районе. Значит, я с информаторами общался, кто участники непосредственно, там, допустим, Руслан Квашев, брат Руслана Квашева, непосредственно рассказывал, Магин Пушт. Значит, они рассказывают так, что в их версии современной, то, что осталось, участвует молодежь, группа, допустим, дети, и, значит, несут эту куклу они к реке, бросают туда ее в воду. Это черкесский календарь, это не самая, наверное, яркая картинка на сегодня, самая известная. Да, вот еще, вот, значит, они топят куклу в реке, при этом там же детей угощают такими флажками. Варенье, да. Дети кубанов, там же был представлен кукла, брикет, вдавливание. Иногда вот именно уже в судах используются камни с могилы похороненного Петломона, как правило, там же как наложены эти камни кучками, и их используют, раньше кидали в реку, допустим, сейчас просто притапливают по углу этими камнями, и через несколько дней камни возвращают обратно. Иногда мужчины приходят в это время параллельно, проводят куч, танец вокруг этого и могилы. Куклу. Куклу. Вот в речку как раз ее ложат и камни выталкивают. А в лесу, вот, вокруг могил, допустим, там мужчины слушают и поливают водой эти камни. Но это чуть раньше было, сейчас уже такого обряда не проводится. Вот. И здесь еще вот мальчик, собственно, считается из рода такого священного. Вот они его отдельно поливают, купают там дети. Это, по-моему, в 50-х годах. До сих пор они считают эту семью священной. Дело в том, что традиция такая, допустим, в Балкаре, я знаю, в 2016 году проводилась сплошь. То есть это активная традиция, современная, в 2016 году. Она распространена, она жива. И сейчас идет такое некоторое даже возрождение, стараются все-таки привлекать молодежь, в основном в сельской местности. Здесь есть одна такая особенность, вот, допустим, Руслан Квашев, что-то похожее есть даже в Дагестане сегодня. Я наблюдал ролики, записанные пару лет назад, когда в Баварии, по-моему, в горном Дагестане, тоже там у них некий такой очень похожий образ, переодевается человек, который там считается ведущим этого обряда, ходит тоже по домам, его обливают водой и угощают пирожками. То есть очень похоже по сути своей составляющей процедуры обряда. То есть там единственное, может быть, как-то надо уточнить, какие именно песни, может быть, в этом отличие может быть. То есть распространено, в принципе, по Северному Кавказу. Но вот у шапсуков есть еще один элемент, который, как правило, не то чтобы связан с концом гуаши, но является дополнительной частью, как правило, мужской частью. Выбирается некое лицо из аула, считающееся более-менее человеком честным, порядочным, которому можно доверять. И отправляется в горы по довольно сложному очень маршруту. В высокогорье там примерно 2,5 километра, 2,5 километра высота. Это озеро Кубко. Сегодня оно Хуко называется, но в более старых источниках Хыко правильнее. Хыко — это сын моря. Сын моря, иногда там дельфин, морская скрытка, но это какие-то уже современные. Именно сын моря. Считается это озеро, карстовое озеро такое. Именно почему-то его они избрали. И считается, что воды этого озера, они связаны с морем. То есть море представляется как отцом, а это сын. И задача этого человека — набрать воду в этом озере и ее не прородить ни капли, называется в сосуде, донести вниз. И там в присутствии обряда хансугуаши, иногда или отдельно, этот сосуд должен быть положен в воду. В современном виде сосуд просто воду кладут и все. Вот так, притапливают. Вообще считается, что должны обрядово вылить воду в речку, и когда вода достигнет по реке моря, то пойдет дождь. То есть таким образом отец моря посылает воды сыну в озеро, и проходит дождь. Значит, если считается, если человек случайно разлил воду, то это плохое предзнаменование. Считается, что может случиться буря, разлив вод, то есть даже эффект будет немножко обратный. Вот, поэтому вот рассказывали информаторы, что был в 30-х годах такой у них человек, который ходил, пришел очень уставший ночью, когда его никто не видел, и подумал, сейчас сам сделаю, закончу обряд, пойду. И, в общем, хорошо, что говорят, что сам отец это узнал, не сказал ничего, потому что действительно потом какие-то разрывы у них были, как они описывают, что нарушение обряда произошло. Что интересно по поводу этого озера? Значит, допустим, Шартанов, когда описывал этот обряд, Он указывает, что, допустим, в Дагестане наблюдал в свое время, в 1830-х годах, Бестужев Марлинский, писатель такой. Он служил в Дагестане, в Дервенде, и очень много описывал, у него публицистики много, про обряды, вот, которые там происходили. И он, значит, рассказывает там про обряд, который очень похож на Ханцегорш. Но Шартанов почему-то как-то дальше, ну, видимо, не рассмотрел, или аналогии не привел. Значит, писал Бестужев такую книгу, «Мулану» называется. И в этой книге рассказывается, ну, она вроде как художественно-публицистическая, но очень четкие, как оглядывая эти вещи, очень четко отражены. Там рассказывается о том, что в Дервенде не было дождя, засуха была долго, и, значит, все жители выбирают некое лицо, значит, самый вот невинный, самый честный, порядочный человек, бедный дняк там вроде. Они его выбирают и отправляют в горы, это, если скажу, как называется, шагдар, снежные горы. Шагдар. Шагдар, да. Он должен пройти к этому шагдару, набрать сосуд снега туда, спуститься, не проникнуть капли и вылететь в Каспийское море. И весь рассказ основан именно на вот этом путешествии. Разбойники встречаются, что художественная часть, он проект этот обряд, он повторяет и дальше идет дождь. Причем там участвует мулы, мусульманские. По поводу вот творчества, то есть художественная часть, это публицистическая, но обычно я приведу два примера, две диссертации по работам именно Бестужева Марлинского было. Значит, одна диссертация, это у нас Дагестанский госуниверситет в 2009 году, значит, кандидат филологических наук Мурбагандова пишет, что именно на Кавказе творчество Марлинского Бестужева становится более достоверным текстом публицистичности. И результатом его кавказского периода жизни стала почерковая проза о бытии нравов, отличие отзывов о природе этого края. То есть часто даже ругают писателя за то, что он больше публицистом стал, чем художественным. И второй момент, это тоже Краснодарский университет. Савельева, значит, защищала в исторических науках работу «Кавказская ссылка» Бестужева Марлинского, где она конкретно в этой работе пишет, что по дороге на новое место службы писатель услышал рассказы о разбойниках в Андуре. И, значит, заинтересованы этими рассказами о борце за социальную справедливость Бестужев смог с ним встретиться, поговорить, стал даже кунаком. Многие исследователи считают, что сообщение об этом знакомстве было литературным вымыслом, однако позже образ был воплощен в последней, по мнению многих, лучшей повести декабриста. И в своих повестях в этой ситуации Бестужев выступает как этнограф, при этом не только приводит описание обычаев местных жителей, но и размышляет над причинами их возникновения. То есть получается, что именно эта работа, с научной точки зрения, она принимается как публицистическая. Можно как часть этого обряда принимать достаточно достоверную информацию. И еще один момент по поводу вот этого озера. Вот мы видим, да, здесь присутствие этого обряда, там есть море и море, да? Логично, в принципе. Только получается у шапсугов и, с той стороны, Каспий. И, допустим, вот с этим озером связана еще такая вещь. Значит, наверху, те, кто ходил туда из жителей, рисовался, около озера находятся вот такие вот монолитные камни. Ну, они, скорее всего, природного характера, там ничего особо нет. Но что интересно, вот около озера, да, такого мини-сейда, вот такой вид изнутри получается. Вот там вот такое изображение интересное. Я не могу сказать точно, искусственное, оно и так совпало, но действительно, ну, похоже, это рыба. Рыба? Да, как-то так охотка сделана. Единственное, что смущает, она все-таки с наружной стороны, которая подвержена. Да, исторически. Но дело в том, что как бы установить, в какой период, если кто-то рисовал, в какой период, пока сложно. Видно, что охотка сделана. Я думаю, что это вопрос к будущему следователю. Установить, насколько этот объект искусственный или он так случайно совпал, и какую-то датировку показать. потому что в той местности в основном встречаются, ну, из такой политической культуры только сейны. Это высокогорье, это будет достаточно труднодоступно. Хотя переход в Хуко — это переход с древних земель Азефов к морю. Надо как-то со временем там сходится рядом. И по поводу озера, я думаю, там будут проводиться еще исследования, потому что, к сожалению, вот эти вот рассказы, они начали привлекать к себе внимание уже всего разного рода человек деятелей. И надеяться, что что-то они еще не все. Я вынужден вам помочь. Вопросы. Итхэпи. Куба, собственно, Ротан. Пожалуйста. Спасибо большое, Виталий. Очень интересно. Этой статьи задуман больше абсурдный вариант, кабардинский вариант, даже дагестанский. Я не видела в Житомире. В Житомире этот вопрос вообще, я понимаю, что связан с Житомиром. Каким образом они проводят это? Специально против вашей нюансы я сейчас не брал сюда, потому что это очень сложно. Да, там они находятся у всех. Есть большие там отличные особенности. Если эта тема вас серьезно заинтересовала, если вы будете делать, что касается вот этой темы, которая вот именно даже у других хаулов нет в живых, я только вот в моем собственном хауле, да, родовом. У меня есть материалы очень интересные, которые еще нигде не опубликованы, я вам предоставлю. Спасибо большое. Спасибо. Да, это будет интересно. Спасибо. Потом уже. Значит, обряд выживания дождя — это очень популярный обряд во всем Кавказе. Значит, в Дагестане во всех хаулах это проводится. Ну, разнообразие, ну, очень такое, все постоянно похожи на друг друга. И особенно является этот шапсурский обряд, о котором вы говорили. Такой вариант есть и в Дагестане зафиксирован. Не только этого писателя, а он ученый. Есть такие варианты есть и у нас. Сванеты и мигры есть. Только свани не идут в морю, потому что сванов нет, значит. Да. А мигрели, да, шли. Есть такое сообщение. Все эти озера считаются у нас и во всем Кавказе священными озерами. Вода — это священная вода. Вот, допустим, с вами сделаны, знаете как, брали воду из этих озер и проливали, ну, специально. Да, всего. Я не знаю, почему там не грели, допустим, не только сейчас. Эту воду, значит, на море несли. Из-за того, что море в силах потом поднять, и облака, и, значит, чтобы пролило вдоль. Очень интересный материал. Мне вы рассказывали про Антоньевича. Мне очень интересно. Один прежде. Значит, холодные частные вещества. И что представляет сам Ацимбач? Вы знаете, когда ободильная госпожа и... Да, что они, частные вещества, кого они представляют вообще? Они, ну, простые люди... То есть состав? Не состав, а участки. Что они? Ну, я говорю состав. Дети, это уже не усе дети. Да, я это понимаю. Но вот как Тайлор говорит, все обряды, которые в свое время исполняли взрослые, потом переходят к детям. Ну, не совсем там... Дело... Нет. Во всем Кавказе участвуют и дети где-то, и взрослые, и женщины, и мужчины. Кто они? И чего они несут? Да? Что они несут? Кто это? Что представляет собой ханцегуаш? Как правило, ханцегуаш считается, что это образ покровительницы плотричных. Именно поэтому женский образ. Я беру женский образ. Дагестан же пустой. Дагестан там языческий. Я никогда в Дагестане был. Волнятся тоже пустые персонажи. Часто да, с нами даже говорят. Иногда наоборот. Но здесь, как правило, встречается такой момент, что ханцегуаша – это обязанность этой части обряда. Это дети, это женщины, молодежь. А мужчины, ну классические, как бы, да? Мужчины, как правило, они у них другая часть. Это вот, как я уже говорил, они могут уж там танцевать, молитвы. Они вот к озеру ходят. Да. Я говорю, в конце. Алло, они символизируют. Символизируют они. Да. Символизируют. Ну ничего, если я об этом не думал, потом надумаю. Вообще, вообще покровительница. Нет, это... Пока. А что это, как я говорю? Ханцегуаш, что это? Спасители просто, скорее всего, детская. Более чистый образ именно у детей, у женщин, которую можно не пускать, как просьбу. Бог, да, что случилось. А ты думаешь, это что, богиня? Нет. Нет. Само, папа. Потому что у некоторых абхазских, черкесских ученых говорится, что это богиня. Нет, ханса это совок. Ваша это... Это я знаю. Символ богини, говорят. Это украшается вот именно лопата. Это я знаю. Все говорят, что это символ богини. Нет, в этом году, когда вот было в августе +50, в Кабарде тоже проводился обряд, ну да, как это проводят старики, когда уже дождя нет, там 2-3 недели, детям говорят, что вы голову морочите, иди ханцегуашу тайшечку. И дети берут, сами по себе украшают эту лопату, довольные бегут. И да, вот они, как его, раньше бивают в лации, в огороде. Специально людей не назначают. Это чучело. Нет, а это берут. Это не чучело. Чучело, но это ханцегуаш, чучело. А потом в Кабарде просто ее бросают в реку и все, и сюда. И съедают, кстати, птиц на сушку собрали. Тогда я скажу, что это не совсем на Кавказе, значит, распространена такой обряд, это во всем мире, где засуха, ну, где земледельствие. Да. И ну, считается, что участники этого обряда представляют собой души умерших. Сейчас в одной у вас свободный вопрос. Комментарий слушаем. В 2000-х годах я принимал много разных интересных участий. Нас чуть по-другому. Нас хотело мнение, что это жертва, его как бы проводит, обряд ханцегуаша вводит и в конце года бросает отношение потери победителю воды. Что-то такое мне не хотело у нас. Это корочайшая песня. А потом вот то, что продукты забрали, как вот они говорили, вместе все съедали, перебали, шарушили. Мужчина как бы в конце. Вообще это не обязательно, чтобы мужчины понимали в потому что они заняты другими. В основном дети и... Дети и женщины. Вот почему в современной версии так и получается, тем более, потому что все заняты более серьезными делами, а дети, пожалуйста, свободны. Участниками этого обряда, обряд вызова дождя. И я вот случай помню. Ой, я ханца баша паташка, ось балкарашка. Если я умерших назад, уважаемые, почему обращение в единственном числе? Вот что сурачат. Ось баба. Никогда во множественном не обращаются. Никогда, нигде. Это языческий обряд. Это не языческий обряд. Хотя слово «или». Ну что вам, девушки, отвечать или еще слушать? Как вы решили вопрос? Решили, что мы будем с ним эту тему обсуждать. Я сейчас дадим возможность я просто услышал из песни. Да. Последняя часто упоминается, насколько это верно, на русском, но часто раньше как, который исследовали. Или... Да. И как Илья в то же время. Есть разные версии. Вроде как христианское влияние. Но это так и можно я несколько буквально? Еще, пожалуйста, потом ответ не случайно. Но я в детстве был участником Ханцеваша. После этого я еще не помню, что мы проводили. Но я помню, что мы вышли сухо, там все, горелки, жареное самое. Вышли, и к речке подходим, дождь болел. А дождь болел, я это помню. А суть в чем? Чтобы любой обряд внедрился в сознание, результат должен быть впечатляющим. И знамение какое-то должно быть. Вот. Что происходило? По народным приметам точно знали, когда может дождь пойти. Вот белые облака, возле Шерфичевого ядра, то белые облака появились, уже руничево, и променяли несколько облачков, обязательно к вечеру и на следующий день пойдет. И жрецы, зная эти приметы, собирали людей и выводили, и как раз после молебствия, после всего дождь накрадывали. Вот. И обманывали, потом обманывали. И дождь пойдет. Вопрос, значит, решить дождь, и так знаем, что пойдет. Зачем нам обрезать? Это единение. Себе весь поднимает. Если бы эти повторяющиеся церемонии не давали бы результата, оно бы и забылось. Но в сознании внедрилось, что это помогает. Есть вот такая вроде анекдота, значит, теперь совершают молебствие на мусульманском обычае. Выводим людей на телек, все такое, и имам вывел аул там, все собрались, посмотрел на них, говорит, уходите все отсюда. Что случилось? Говорит, ни один вас не верит в Бога, говорит. Если вы поверили в то, что попросил Бога, дождь пойдет, вы зонтики не взяли. Вы, главное, чувство юмора есть. А то Руслан, послушай ваш... Секунду, просто я скажу еще, что это очень удивительно. Сейчас в Сочи после этого обряда приезжала местная СМИ, они все это показали, и вот такой сюжет был, что действительно пошел дождь. И все вот так глядели, что журналисты.